Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы будем с вами рисовать. Поэтому, если хотите, берите ручку, карандаш, там, чем будет удобно. Естественно, стерочку, и давайте попробуем порисовать. Если вам интересно, оставайтесь со мной. А рисовать мы сегодня будем вот эту кошечку. Я вам ее показывала в прошлом видео. Это кошечка Анха. И меня попросила ее нарисовать подписчица кошачьей лапки. Поэтому вот сейчас мы с вами вместе попробуем вот эту кошечку изобразить. У меня есть еще одна, я вам показывала тоже, вот такая девочка. И, возможно, мы какую-нибудь сейчас попробуем смесь между этими двумя куколками сделать. В плане, например, рисования глаз. То есть, возможно, глазки будем делать другие. Ну и позу, может быть, тоже какую-то другую сделаем. Буду ориентироваться на эту куколку. Мне нравится ее размер, может даже я хочу меньше. Видите, я взяла вот такой маленький альбом для рисования, да, и на нем, тут акварельная бумага, и на нем попробуем нарисовать. Итак, тут, кстати, листики очень легко отломаются. Тут я вот эту рисовала тоже в прямом эфире, как бы, да, то есть все видели, кто хотел, мог порисовать со мной. Давайте нарисуем кошечку. Буду рисовать карандашом. Итак, ну, как я ее... Начнем с чего, да? Начнем мы с личика. Потому что сначала нужно, чтобы все поместилось у нас вот в этот вот размер. Я надеюсь, видно карандашик сейчас? Да, на камеру видно. Итак, дальше идет у нас челочка. Она, в принципе, вокруг, честно вам скажу, почти всегда в одном и том же виде. То есть сказать, что у нее что-то меняется, ну, не могу. Ну и прическа. Видите, я, честно, ничего не отсчитываю, никогда ничего не меняю. Я рисую сразу. Никогда, знаете, вот это не рисую там, сколько кусочков голова, сколько отрезков, сколько ручки, ножки. Ну, я всегда рисую сразу как-то вот на глаз. Ну и вот, смотрите, вот мы уже личико нарисовали. Ну, общие черты. Пока общие. Ну и сам вот этот скарабей или какое украшение. У него вот такая головка и тут животик. Ну, вот так, схематически пока я говорю. Пока так рисуем. Можно вот тут масенькие ушки. Она у нас уже будет отличаться от вот этой вот. Вот такие ушки. Это будет детюшка такая. Куколка-детюшка. Глазки. Вот я хочу нарисовать глазки вот такие. Хочется мне попробовать, мне кажется, будет красиво. Поэтому так, и вот тут такая загогулинка делаем. Второй глазик. Главное, смотрите, чтобы он был не меньше. Ну, пропорции, да, пропорциональный. А то будет один большой глаз, один маленький. Это не пойдет. Ну вот, глазки одинаковые. Дальше также нарисуем черненькие. Вообще, я смотрела, у нее нет в глазках точечки. Вот то, что я тут нарисовала, это я сама по себе их нарисовала. А так, когда я смотрела, точечек нет. Они просто черные, ярко-черные. Носика, естественно, нет. И вот такой вот ротик вниз опущенный. Она просто прям красотка. Давайте ей тоже такие полосочки сделаем. Вот. И рисуем дальше. Она будет наподобие вот этой вот кошечки, толстушечки. Но же мне нравится вот этот фасон, нравится, скажем, формат вот этот. Поэтому мы рисуем маленькие плечики. Да вообще красавица, у меня такая малышка получается, мне кажется. Нарисую я ей вот так. Ручки будут у нее сейчас в стороны расставлены. Поэтому тут определяем, где у нас заканчиваются. Ну и ножки. Ножки я нарисую в такой же позе. Мне нравится. Она толстенькая. Я очень люблю пухлые ножки. Это просто вот мое самое такое. И пальчики у киски. Вот такие. Можно будет ей потом маникюр нарисовать. Конечно, ножки получились постройнее, чем вот у этой. Может быть, сейчас мы их утолстим. Потому что, жюри, ну, нравится мне такой фасон. Дальше, вторые. Видите, я как бы, когда рисую, у меня сразу приблизительно складывается, как это будет. Если нет, я всегда могу стереть.
Я, помните, я же говорила, я люблю рисовать ручкой. Ну, чисто вот для вас учусь рисовать карандашом, потому что ручкой у меня уже ничего не исправишь. И бывает, когда я рисую, я много рисую часто. И, естественно, ну что я буду ручкой? У меня не всегда удачные моменты, да, их рисовать, показывать вам. То, что у меня не получилось, ну, не хочется, смысла в этом нет. Так, я немножечко вот эту давайте ножку сотру. У меня тут такая стёрочка остаточная. Вот так это выглядит. Ну вот, смотрите, вот такие ножки хорошие получились. И ручки. Я ручки вот так сделаю в сторону. Три пальчика, потому что киска. У нас девочка киска. Раз и два. Ручки тоже толстенькие. А потом уже будем... Ну, красить. Не знаю, успеем в этом видео ли, я вам уже готовую покажу. Вот так. Тоже ручка такая пухленькая из двух кусочков. Вот так. По-моему, хорошо получается. Здесь вот такие у нас ключицы, видать. И, ну, оденем ее. Давайте, ну, вот, вот как тут. Поэтому сделаем так. Сделаем так. Это как... Кофточка такая будет. И вот тут будут трусики. И вообще суперская куколка, походу, получается. На нее тоже прекрасно можно рисовать одежду. Какие-нибудь вот древние, не знаю, римские, древние, греческие. Да вообще любые, мне кажется, одежды. Единственное, ну вот так. Давайте здесь я полукругом нарисую вот так. А тут будет один вот так полукруг. Ну, немножко вот на это ассоциация, как бы вот так сделаем. Конечно же, давайте добавим вот эти вот, я не знаю, как это называется, поручни. Поручни, не поручни. В общем, то, что закрывает у нас ножки, это ж не, явно не колготки, не чулки. И ручки. Раз, два, вот эти синие вставочки. Вот так. Посмотрите. И вот мы с вами сейчас в прямом, скажем, да, сразу вместе с вами за 7 минут вот такую малышку нарисовали, кошечку Ангху. То есть, получается, можно, это младшая сестричка, или она сама в другом виде, да. То есть, невообразимое количество у нас получается вариантов и кошечек. Я ее, наверное, потом за кадром всю покрашу, введу и уже тогда, наверное, в следующем видео покажу вам. На этом у меня все. Хорошего дня, хорошего настроения. Пробуйте, рисуйте, камера стоять. В общем, творите. Видите, это достаточно легко. То есть вы смотрите и перерисовываете. Если нет, можно. Самый легкий вариант, я уже говорила об этом. То есть вы просто берете и по контуру куколку обводите, которая вам нравится. И уже тогда срисовываете. Или вот как можно приложить куколку к стеклу, сверху тонкий лист бумаги положить, и тогда прозрачно будет и прям обвести. Но это будет один в один. То есть ваш, скажем, вы своего можете добавить только цвета. То есть, а так куколку вы перерисуете прям полностью. Ну, на этом все еще раз, да, всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно, и, конечно же, пишите комментарии. Все, всем пока-пока. Так, девочки, не выдержала, все-таки решила вам сейчас показать, я ее полностью обвела, покрасила, смотрите, какая девочка получилась. Покажу вам поближе. Немножечко отличия есть от этой, и от той она отличается, но при этом, посмотрите, она красотка. Вот так она выглядит. Конечно, размерчик, вот, то есть она меньше будет вот этой. Немножечко оттенок кожи отличается, но это вообще несущественно. И я ей дорисовала хвостик. Вот такая вот девочка-кошечка у нас получилась. По-моему, она тоже просто красотка. Ну вот, так что пробуйте, рисуйте, я уверена, у вас получится.